Можно ли по закону отдавать денежный долг оральным сексом? Адвокат Елена Сенина, подпиши, сейчас расскажу. Гражданка Испании задолжала брату своего мужа 15 тысяч евро. Мужчина и женщина договорились между собой, что денежный долг женщина не может в настоящий момент погасить, но могла бы каким-то другим образом компенсировать задолженность. Мужчина предложил ей делать ему дважды в неделю и тем самым погасить существующий долг. В течение некоторого времени должница исполняла исправно свои обязательства согласно договоренности, но потом решила, что тем самым все-таки нарушаются ее права и обратилась в суд. Но суды не поддержали женщину, и даже Конституционный суд Испании признал, что эта договоренность имеет право на существование. Теперь интересно, получит ли мужчина исполнительный лист и предъявит ли свои требования к исполнению. Ребятушки, всем здорово, Саныч на связи, всех вас рад приветствовать у себя на канале. А я вам скажу, почему она так сделала, она обратилась в суд. Потому что она хотела, видать, его за домогание притянуть, типа, да, чтобы его посадили нахрен. И там часть долга, больше, так подозреваю, просто списали. Да, ну, может быть, просто сразу она не сообразила это сделать, да. Но самое интересное в этой истории, ребята, это муж. Это муж, которому отводится здесь даже не третье, там, я не знаю, лицо какое-то, 15-е лицо, о котором даже никто не вспоминает, никто не думает, что он там чувствует, что... Кто вообще с ним? Где он там, да? Есть конкретно брат, есть конкретно его жена, да, которые вот таким вот образом договорились. Да, интересный еще момент. Я не знаю, ребята, это правда история или нет. Пишите в комментариях, если вы знаете. Вот, я читал об этом, ну хрен знает, фейк не фейк. А, как они дошли до такой жизни, что жена должна была брату мужа такие деньги? За что, интересно, да? И я так понимаю, что муж об этом всем не знал? Интересная хренотень получается, да, ребята? Конечно, это все весело, да, и коварству таких подобных женщин нету предела, да, я имею в виду, сейчас она двойное коварство совершила в том плане, что, во-первых, она это делала с братом мужа, я так понимаю, я надеюсь, что она не поставила мужа в известность, да, иначе тогда, в принципе, с этим куколдинью все понятно, да. А момент второй коварства, это то, что я подозреваю, скорее всего, что она сделала это, заявила в суд из корыстных побуждений, чтобы этого брата просто посадить и бабки не отдавать, вот как-то так, пишите, как вы думаете.